Всем привет! Всем привет! Поехали, покатаемся. Сейчас мы в Пестинино. Мы проехали Казанский поворот и едем по селу Пестинино. Такие интересные, да, эти остановки. Остановочки сделали. В прошлый год, по-моему, их сделали. Поселочек такой. Наверное, поселок городского типа, да? Вот, считаться как. Не знаю. Церковь есть. Вот она прям красуется. С золотыми куполами. Были мы в этой церкви, да? И Велишку там крестили. Да. Большая церковь. Честно скажу, не знаю, какого года она, но она, вот сколько я себя помню, она всегда была. Тебе уже 117 лет. Мне уже 117 лет, да. Мы поехали дальше. Пестинино. Вроде прибрано, чистенько, да. Вот тут видно, что прибирались, убирали. Приятненько ехать. Угу, прибрались. Ксина, конечно, расстроилась за последние, наверное, лет 10. Во все стороны. Дом отдыха я когда ездил в школьные годы, так называемый лагерь актива. Там были такие, скажем, несколько человек от школы из Чепецка, из там из других школ Киров-Чепецкого района. Там собирались и проводили время. С пользой. С пользой для жизни? Да. Или с пользой что? Просто с пользой. Сиреневенький. Слово сиреневенький у меня связано с этим местом. Да? Ага. Сиреневенький. Сейчас будет глушиха, такая горочка туда вниз. Сейчас эта горочка подсвечивается по вечерам. А раньше нет. Темно было. Да. Вот. Вниз туда. Вьюх. Частного сектора тоже прилично много. Деревенька живет, потому что рядом с трассой. Да? Да. Молодой горячий парень есть. Да, тут же ограничение, так-то 40. Да, а здесь камеры. И еще один горячий парень. Молоденький. Камеры. Да, камеры висят. Камеры делают свое дело. Молодежь гуляет. Гуляет вдоль трассы. Тут это все строится. Не, так тут делают дома на продажу. Люди же такие. Рубят. Дресвяново. Деревенька Дресвяново. Ну, тоже жива, потому что вдоль трассы. Есть даже какое-то свое производство деревянных окон, по-моему, тут было, по крайней мере. Не знаю, работает ли, но было что-то такое. Есть магазин. В школу они ездят либо в Бурмакино, либо в Пестинино. Детский сад, по-моему, ездят тоже так же. Наверное, в Бурмакино, скорее всего. Пока.
домики. Домики разные, да? Вот фабрика. А раньше что делали на этой фабрике? Что-то я подзабыла даже, слушай. Вот сейчас, наверное, написано что-то. Мой первый стадион. Двери, окна. Ну так и есть, что двери, окна. Поедем дальше. Заехали в Бурмакино. Кедры. Кедры. Вот. Растут у нас. И в самом Бурмакино растут. Ну, это, собственно говоря, так-то рубанок. Но сейчас это сделали как бы, ну, общее, все Бурмакино, в общем. Оно такое тоже длинное. Длинная вдоль трассы, но потом есть углубление вот, в сторону, да, в правую. Ты, наверное, по той улице, по которой... Да, поехали по деревне. По деревне ты имеешь в виду? Да. Конечно, проедем по деревне. Чего не приехать по деревне? Поменьше ползала эти деревья около детского садика. Сидишь там, ух, высоко. Куда только не лазили, а мелкие. Вообще. Да. Есть такое дело. Тут тоже движение. Ну вот здесь раньше разливали какую-то воду. Потом да, здесь. Да, потом здесь было, вернее, до этого, здесь было что-то связано тоже с деревянным вроде производством. Ну, что-то делали вот из дерева. А сейчас я даже не знаю, что тут уже конкретно. А мы завернем Бурмакино, проедем по деревне. Красиво, мне нравилась вот эта улочка. Тут как-то уютненько, так хорошо. Если кто не знает, это малая родина Елены Витальевны. Ну, то есть. Очень интересно. Елены Кут. Домики тоже строят. Разные, да? Здесь раньше ферма была, сейчас тут лесопереработка, да? Что тут, лесопилка какая-то? Раньше тут стояли несколько зданий фермы. Дорога здесь, наверное, делаться никогда не будет. Вот здесь не часто ездят. Угу. Местные жители только ездят, в основном. Здесь раньше был этот... Зерноток стоял вот тут. Кедр красивый. Да, рядом с кедром вот как раз он тут и стоял. Сейчас уже ничего вообще нету, все разобрали. По запчастям. Наверное, по запчастям. Красота по-деревенски, да? Что-то делают, наверное, с ней. Что-то быстрее грузит. Жизнь кипит, а деревня, что? Думаешь, все остановилось тут? Нет. Все идет своим чередом. Каждый чем-то занят. Я думаю, что в деревне вообще так-то не скучают. Это дом художника. Ну, по крайней мере, так его называли. Сейчас не знаю.
А это улица Вихарева, кстати. Горочка небольшая. Да небольшая, что большая? Так я говорю, небольшая. Кстати, тут травка-то тоже такая зеленая, хотя тут теплотрассы никакой абсолютно нет. Припекает солнышко. Значит, солнышко припекает. Вот церковь, да? Ну, ее, наверное, что, года 4 назад, да, восстановили. Да. Школа вот здесь. Одна из школ Бурмакина. Это старый магазин. Не работает. Уже не работает, да. Ну а мы поедем дальше в сторону Вятских Увалов. Да, наверное, доедем до туда. Может быть. А кому понравилось это видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и, наверное, в этом ролике говорим вам всем пока. Всем добра и всем пока.